Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Motorola E7i Power изменить настройки даты и времени. В первую очередь переходим в настройки, затем в раздел «Система», «Дополнительно», ну и точнее просто «Дата и время». Чтобы изменять настройки даты и времени, в первую очередь включаем функцию «Использовать время сети». Здесь можем поменять дату, здесь можем поменять время. Также можно изменить часовой пояс. Сначала выбираем наш регион и затем можем выбрать один из доступных часовых поясов. И также можем менять часовой формат с 24-часового на 12-часовой. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!